Ребята, всем привет! С вами Алексей, вы на канале 53 регион. Приехала очередная коробочка. Здесь у нас находится смартфон марка Elephone, модель A3 Pro. Приехал в такой вот коробочке. Одна лишь замятый угол, так вроде не пострадала. Посылка добиралась около месяца. Стоимость в районе 5000 рублей. Точная цена будет в углу экрана. Так, приступим к открыванию. В комплекте у нас идет телефон в пакетике, проложка, вся макулатура, что имеется в комплекте с телефоном. Тут была скрепочка, выпала, сейчас найдем. Блок питания. Пять вольт, 2 ампера. Так. Проводок. Проводок у нас USB, микро USB. Белый. Здесь у нас шнурочек вот такой, непонятный. Ну, в общем, надо и не надо, это как бы подарок. И вот такой вот чехол. Это подарок от продавца, он типа универсальный, но на этот смартфон не подходит особо. Во-первых, он меньше по размеру, но я потом надену, покажу. А во-вторых, не подходят вот кнопки по вырезам. Вот она, скрепочка. Такая вот. Не знаю, конечно, для чего она, потому что лотка нету выдвижного, обычный. Тут у нас есть вот QR-коды. Юзер-мануал и сайт Elephone. Вот, собственно, весь комплект. Пустая коробка. Смартфон я выбрал в золотом цвете. Также есть в черном. Бюджет был 5000 и минимальные характеристики 3.32 по памяти. Поддержка 4G. Разблокировка под печатку. Ну, в общем, и экран, чтобы был максимально по лицевой части. В общем, вот такой вот смартфон выбрал. Заказывал тоже не для себя. Так, приступим к осмотру по внешней части. Имеется две камеры сзади. Одна 13 мегапикселей с матрицей Sony IMX 258. Вторая 0,3 мегапикселя. Подсветка, отпечаток пальца, эмблема, логотип Elephone, перфорация для динамика. С правой стороны нет никаких элементов. Сверху джек 3,5. Вернее, с левой нет никаких элементов, а с правой, ну, это если рассматривать относительно дисплея, включение-выключение питания, качелька громкости, не дребезжащие, нормально сидят. Снизу зарядка микро USB, разговорный динамик. Спереди у нас тоже две камеры. Одна камера 5 мегапикселей. Вторая камера 0,3 мегапикселя. Имеется
защитная пленка наклеенная и сверху еще транспортировочная пленка. Экран имеет хорошие углы обзора, яркие краски. Под всеми углами изображение не теряет свою сочность. Экран у нас выполнен по технологии IPS, 5,45 дюймов, 18:9 соотношение сторон. Имеет разрешение 1440x720 пикселей. Присутствует мультитач на 5 касаний. Установлены обычные стандартные приложения, гугловские, и стандартный набор практически на всех смартфонов без какой-то либо оболочки от производителя. Android на борту установлен 9. Вот анимашка 9 андроида. Пирог. Сборка смартфона вот выполнена, как видно, 14 декабря 2019 года. Модель, собственно, 2019 года. Конкретно этот телефон где-то конца 2019 года, то есть ему практически год с момента выпуска. Так, по остальным характеристикам. Процессор установлен MediaTek MT6739, четырехъядерный. Оператива 3 гигабайта, постоянной памяти 32, плюс слот для карт памяти. Навигация GPS плюс GLONASS. Также есть из особенностей, еще можно отметить, аккумулятор большой, 4000 мАч, ну, для подобного размера смартфонов несъемный. Также присутствует OTG, Face ID, ну и остальной набор практически как у всех. Так, динамик звонкий, но тут только сейчас стандартные мелодии. Вот такой более-менее чистый. И список мелодий довольно-таки большой. В общем, по звуку все отлично. Крышка съемная. Сейчас сниму, покажу. Крышка съемная, снимается очень сложно. Здесь имеем такой вот аккумулятор в каком-то железе, в таком фольге, несъемный. Две симки. Первая сим у нас поддерживает 4G, вторая симка только поддерживает 2G. Слот для карты памяти, динамик. Вот это я не понял, что это такое, тут красненькая какая-то штучка. Ну, может, именно для нее есть эта скрепка. Так, не знаю. Закрывается туго вот так вот. Камера включилась.
По камерам хочу отметить, что камеры более-менее такие сносные. В дневное время снимают, можно сказать, хорошо. А вот в темное время снимают достаточно уныло. Яркость дисплея приличная. Ну и также подсветку можно использовать как фонарик, что тоже некий плюсик. Сейчас примеряем чехол. Надевается он сложновато. Сейчас надену, покажу, как выглядит. Вот, собственно, надел чехол. Видно, что он маловат по ширине и по высоте. Выглядит вот так вот, не особо неказисто, так сказать. Кнопки не совпадают. Собственно, вот кнопки, вот отверстие. Ну, здесь, в принципе, подходит. Сканер отпечатка и камеры нормально. Ну, джек для наушников, в принципе, можно подвинуть. Зарядку тоже. Ну, в общем, такой чехол, который не особо не подходит. Но, как у китайца написано, претензии по чехлу не принимаются, потому что это подарок. Чехол универсальный. Под 5,5-дюймовые смартфоны. Ну, в общем, такой себе подарок. Собственно, вот такой вот телефончик. От чехла какие-то остались пятнышки. А, сзади у чехла, кстати, вот эта кожаная вставка пришита. В общем, ссылку оставлю в описании, кого заинтересовало. Такая вот бюджетненькая модель, но выполнена вполне себе хорошо. Нет никаких скрипов и прочего. Крышка закрывается плотно. Даже не снять. В общем, всем пока. Увидимся в следующих видео.